Всем привет! ZBrush 2019, и сегодня рассмотрим еще одну классную фишку. Но прежде чем ее рассматривать, хочу показать вам канал, с которого это все взято. Вот этот канал Михаил Павлович. Очень классные у него тут уроки. Вообще все так, он профессионально это все дело показывает. На любой вопрос здесь найдете ответы, но единственное, что все на английском. А так тут есть все по любой тематике, по любому поводу, все, что вам было бы интересно узнать. Вот такая здесь подборочка. Ну, рассмотрим, как сделать вот такую штуку. Вот такая прикольная штука, вот как у клоунов была там на шее вот эта вот штукенция. Всегда мне это прикалывало. Давайте посмотрим, как это сделать. Все, начинаем разбираться. Кстати, подписывайтесь на канал, смотрите, здесь вы найдете очень много полезных вещей. Ну что, погнали разбираться, как что да как, да? Давайте теперь тулы, цилиндр. Вытягиваем, Edit, заходим теперь в Initialize, жмем поле F, и вот эти вот дивайды, давайте уберем их. Теперь жмем Make Polymesh, все, заготовка есть, Flur включаем, смотрим X, где симметрия вот тут, разворачиваем ее вот так вот. Жмем ротацию и вот так все это дело перекручиваем. Вот так вот. Вот таким вот образом. Разворачиваем. Это дело в геометрии можно немножко уменьшить. Чуть-чуть вот так вот. Теперь жмем MOV. Теперь отключаем гизму. Вот так вот делаем. И вот так вот все это дело вытягиваем. Вот так. Теперь жмем Gizmo, Ctrl. И вот так вниз это дело дублируем. И вот так вот вбок вовываем. Ну, чтобы вот где-то вот на этом уровне было, посередке так. Так. Теперь снимаем выделение. Ctrl, левая кнопка мыши, Drive. Ctrl-Shift, вот так вот, и до половины Alt удаляем. И вот так вот тоже делаем, Ctrl-Shift-Alt. И повторяем тут то же самое, это Ctrl-Shift-Alt. Вот такая штука получилась. Теперь заходим в Display Properties и нажимаем дублировать. Вот все это мы видим все стороны. Теперь заходим в Geometry, находим Modify Topology, жмем Del Hidden, скрываем то, что мы вот это удалили. Ну и пошли теперь в ZModeler. Открываем кисти, заходим в ZModeler. Все это дело подгоняем. Жмем пробел, QMesh Polygroup All. Вытягиваем это дело вот так вот. Следом давайте немного поработаем с помощью Delete. Нажимаем пробел. Жмем Delete Edge Loop Complete. И вот так все это дело. Так, пардонте. Заходим, жмем пробел, жмем Delete и Single Poly. Все вот так вот происходит удаление по прошлым видео. Вот так вот. Ну и теперь самое интересное. Жмем пробел, жмем Bridge и жмем
two holes. Нажимаем на одну грань, на вторую, поднимаем кверху, добавляем полигруппы дивайдов и уводим в бок, даем искривление вот таким образом. Вот такая штука получается. Теперь Ctrl-W назначаем одну полигруппу, Ctrl-Shift. И вот тут вот жмем Alt. Получилась у нас вот такая вот пустота. Вот здесь заходим в Modify Topology DL Hidden, то что удалили, и жмем Close Holes. Вот такая штука. Вот теперь вот это ребро надо, или грань это, ну короче, надо ее удалить. Жмем пробел, жмем Delete и жмем Edge. Нажимаем на нее. И все сделано, все классно, все зашибись. Так, вот такая штука у нас получилась, заготовка. Ну, теперь надо ей зеркалку сделать. Без зеркалки никак. Уводим, жмем Move, ротацию и постараемся вот так все это дело перекрутить. Вот таким вот образом немножко подгоним. И сейчас надо это все дело поймать, чтобы она прикольно выглядела. Так, где-то вот таким вот образом. Близко, чтобы вот эти не стояли. И попробуем Mirror and Well. Так, далековато. Значит, немножко подвинем. Жмем Mirror and Well. Ну, в принципе, нормально, пойдет. Прикольно или не прикольно, ну, нормально. Так, что теперь делаем? Ctrl-W. Следом заходим в Array Mesh. Вот так вот. Жмем Array Mesh. Ставим вот здесь Repeat 15. Можно больше, не проблема. Так, теперь ставим ротацию, жмем Transpose, жмем Move, отключаем Gizmo, находим вот эту желтую точечку, вот эту, и вот сюда ее где-то перетягиваем, вот где-то в это место. Так, теперь смотрим по какой оси и давайте покрутим немножко. Вот так вот. Покрутили, посмотрели. Вот вы видите, что здесь нестыковка вот здесь вот идет. Печалька. Так. Можно здесь, конечно, добавлять эти штуки. Вот так вот. Ну, такая получается штукенция. Так, отключим Transpose Array Mesh. Теперь включим Gizmo, найдем настройки Bend Arc, ну и давайте посмотрим, что он нам может дать. Вот так чуть-чуть разведем его, чтобы конус такой вот был прикольный, вот так где-то. Теперь заходим, переключаемся на Gizmo, пока это все можно отключить, и давайте опять Array Mesh. Вот такая штука. И давайте немножко тут ее подкорректируем. Repeat. Вот такая штука вышла. Жмем Make Mesh. Вот такая деталька. Ну и теперь давайте сделаем всему этому ZRMesh. Зайдем в геометрии. Сделаем ZRMesh. Ну и ничего так прикольненько. Вот такая штукенция вышла. Жмем Move. Или зайдем в Size. Можно сайзом тут чуть-чуть
посмотреть, как она работает. Вот так можно и уменьшить. Вот такой будет у нас прикольный теперь клоун. Вот таким вот делом можно теперь развлекаться. Ух, штукенция. Ctrl W. Все, следом теперь делаем клоуна. Ну, никак иначе. Все, всем пока, до свидания.